В современном мире трудно представить себе привычный диалог без использования смайлов. Однако существуют люди, которые придерживаются мнения, что нужно использовать только текст. Сегодня мы вышли на улицу Соликамска, чтобы спросить у жителей, какие смайлы они используют и как часто. Чаще всего я использую вот такие вот смайлики, потому что я веду свою группу. И для того, чтобы мои подписчики тоже проникали в мое настроение и также радовались, как и я. Мой смайлик – это веселый котик и безразличный такой. И все. Это отражает ваши искренние эмоции? Да. Это ваш самый любимый смайлик? Ну да, он добрый и такой жизнь дает, радость. Кому чаще всего отправляете этот смайлик? Всем своим близким, родным, друзьям. Но ухмыляющийся смайлик нравится. Тоже язык вот показывает. Смеющийся, у которого слезки. Потому что ситуации всякие разные смешные скидывают, говорят. Я не использую смайлики. А по редким случаям? Вообще. Нам интересно мнение каждого из вас. В нашей группе ВКонтакте вы можете поделиться своими самыми любимыми и популярными смайликами. Заходите и оставляйте свои комментарии.